В канун Дня Республики на Красной площади столицы состоялась презентация национальной телерадиокомпании «Чувашии». Ведущие Таван Радио, Национального телевидения и Национального радио поздравили гостей и жителей города с Днем Республики. Макс Попов и Анна Голицына, Вася Васин и Алена Арсентьева. Ведущие утренней программы «Будильники» создавали на главной сцене республики по-настоящему летнее настроение. Наша телерадиокомпания, как известно, состоит из трех средств массовой информации. Национальное радио, Тван радио и национальное телевидение Чувашии. Редакция Тван радио представила чебоксарцам и гостям свой творческий потенциал. Радиоканалу в этом году исполнилось 4 года. Информационные выпуски, тематические программы, отличная музыка на двух языках все 24 часа. Аналога этому нет в эфире. В рамках презентации были объявлены имена победителей конкурса «Я живу в Чувашии». Победительницей в номинации «Дети» стала мама трехмесячной Элины Михайловой. Малышка стала героиней видеоролика о любви к своей родине. Первое место среди взрослых участников заняла Ольга Минаева. Она получила сертификат на профессиональную фотосессию. В течение часа для чебоксарцев пели артисты, голоса которых звучат на волнах национального и Тван радио. Музыкальный подарок жителям республики преподнесла и Юля Важенина, одна из ведущих программы «Республика» на национальном телевидении Чувашии. И общая фотография на память. Аудитория и армия поклонников Тван радио явно прибавляется. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.